Этот перекресток – один из самых аварийных участков в Анапе. ДТП здесь происходили чуть ли не ежедневно. Но с сегодняшнего дня он должен утратить свой печальный статус. Теперь перекресток регулируемый. Современный светофор по заказу ЖКХ и нашей администрации. Он выполнен светодиодный, современный, который видно и в дневное время хорошо, это уже не ламповый. Была аварийность большая, люди не могли перейти нормальную дорогу. А сейчас это все будет контролироваться светофорным объектом. Работу нового светофора на месте оценивают представители ЖКХ и ГИБДД. Сейчас цикл на движение транспорта составляет чуть более минуты, а для пешеходов – около 30 секунд. Но, возможно, будут корректировки. Сегодня запустили в тестовом режиме. Сейчас посмотрим по времени, кому больше предоставить движение. Либо где-то убрать, где-то добавить. Как бы уже видим, что не хватает времени для движения по улице Парковой. Будем добавлять, наверное, до 80 секунд. Ну и как бы даже в таком варианте уже видно, что безопасность уже как бы уже обеспечена. Теперь здесь организован пешеходный переход. Соответствующую разметку нанесут в ближайшее время. Но жители района уже положительно оценили новую организацию движения. С ними солидарны и водители. Мы так радуемся, что появился светофор, потому что действительно страшно было здесь переходить дорогу. Просто невозможно. Водители не хотят останавливаться ни в какую. Теперь я ребенка могу спокойно отправлять в школу одного, потому что есть светофор. Спасибо. Летний период здесь масса народу и аварии постоянно происходят. А в час пик здесь то же самое, вечером не проедешь. Поэтому я думаю, что он здесь необходим. Пока еще не все водители привыкли к изменениям, хотя время для этого было предостаточно. Светофор здесь установили почти месяц назад. Первое время на этом участке за соблюдением требований светофора будут следить дорожные инспекторы. Руслан Душевский, Анапа регион.